Студенческую жизнь нельзя представить без студсовета, ведь именно там все самое веселое и интересное. Но даже в таком объединении есть свои правила и даже выборы, продолжит Екатерина Борзых. Активные, смелые и талантливые. Они берут жизнь в свои руки и стараются сделать этот мир чуточку лучше. Такие они, ребята из Мурманского городского студенческого совета. Совсем скоро в их жизни состоится важное событие – выборы в управленческую команду. Каждый видит себя лидером, и каждый хочет привнести положительные перемены в общественное объединение. Мне очень давно интересна эта деятельность. Я была волонтером более 5 лет. И были очень активные ребята, которые зажигали вот эту вот искринку радости. И мы даем просто людям счастье. Я пришла в студенческий совет в начале этого учебного года. Так получилось, что меня затянула сюда вообще моя одногруппница. Мне очень понравились ребята, мне очень хочется быть для них как такой белой фуражкой, которая может помочь, если что. Руководящий состав совета обновляют ежегодно. 1 марта состоятся выборы на 4 должности – председателя, 2 его заместителей и секретаря. Претенденты в скором времени презентуют себя и свою программу. А вот выбирать будут, конечно же, студенты. Познакомиться с кандидатами, узнать, как ребята готовятся и к чему стремятся, приехал глава администрации города Мурманска. Студенты рассказали Юрию Сердечкину, как проходят их будни и чего им не хватает. Встреча была организована в Доме молодежи, где зачастую ребята разрабатывают и реализуют свои проекты. Здесь, на базе Дома молодежи, есть возможность проводить те или иные репетиции. Можно, соответственно, заниматься тем, что проводить непосредственно мероприятия. При обращении, конечно же, мы готовы оказать всю посильную помощь, в том числе и методическую, то есть рассказать, каким образом строятся мероприятия, каким образом можно привлекать на них внимание, привлекать на них аудиторию, распространять информацию и так далее и тому подобное. Тут мы открыты коллаборациям со всеми возможными предложениями. В образовательном году в студенческий совет входит 30 человек с разных учебных заведений города. В их составе немало отличников, хорошистов, а также лауреатов стипендий главы региона и города.